спорта предусмотрено в 2020 году 720 миллионов рублей на его завершение. Сейчас работают на площадке три организации, которые ведут работы по благоустройству, фасаду, кровлю, внутриплощадочным коммуникациям, внутренние работы, это отделка, коммуникации. И организация сейчас будет заключен контракт на выполнение работ по облицовке бассейна прыжкового и для плавания. На площадке ежедневно работает порядка 160-170 человек. Ежедневно работает от 8 до 12 единиц техники. После того, как мы сейчас до 15 сентября 2020 разберемся уже с двух сторон по благоустройству и с отмосткой, будем уже выставлять людей, которые будут заниматься фасадами. Это также будет увеличение людей по количеству. С понедельника у нас выходят люди, которые будут работать уже по бассейнам, и также будет увеличиваться количество людей. И приблизительно у нас будет ежедневно, где-то с числа 20 сентября, количество людей на объекте 200 человек, что нам позволяет, как мы и планировали, до конца года вести данный объект в эксплуатацию.